Книга «Открытым оком», том 6, вопрос 1549. Где можно найти подтверждение? Тема «Грех». Где можно найти подтверждение, что не надо носить галстук для того, чтобы убедить молодого человека, ибо он может быть нашим зятем? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «галстух» немецкое и означает «платок на шее». Иначе сказать «шарф». Но роль галстука ныне совершенно не та, а это как знак масонства. В верхах бывают встречи без галстуков. Так прямо и пишут в печати. Что же сие означает? То, что некоторые на этой встрече еще не приняты в ложе масонские, но они уже на примете. А люди читают это, как слепые котята, натягивают на себя этот антихристианский знак. Он не греет, он не красит. Это удавка для собак, когда пьяный ползет на земле. Как многих преступники задавили за галстук, крест сбросил смертный человек, а затянул на себе самую настоящую удавку. Желая сохранить подрастающее поколение, евреи всячески сохраняли и внешние отличия от окружающих народов и в одежде. Как Василий Великий говорит, что у христиан все отличное от мира сего, и еда, и одежда, и походка. Многое хорошо о том говорит Ян Амос Каменский. Осуждаются те, кто по обычаям мира поступают. Колосинам 2.8. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. 1 Маковейская 1.14. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому. Деяния 21.21. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Кавычки закрыты. Иноземная одежда, ненашенская, была с древности, и национальная хранили. Второзаконие 21.13. И снимет с себя пленническую одежду свою и живет в доме твоем. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Кавычки закрыты. Почему же галстук, который свое происхождение имеет в стане врага, не может считаться неприемлемым для христиан? Но вот смотрю, и отделенные баптисты нацепили эту удавку на себя. Зачем? Да не зачем, но чтобы только не отличаться от всех и жить по стихиям мира. Нет простоты во Христе, но эту ли верность свою будут защищать? Слово «одежда», «одеяние» встречается в Библии ровно 600 раз, и указание есть, как нашу одежду отличать от не нашей. Второзаконие 22.11. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Числа 15.39. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Когда божественный бежал людских речей и празднословной их гордыни, и голод забывал, и жажду многих дней, внимая голосу пустыни, его взалкавшего на теме серых скал, князь мира вынес величавый, вот здесь у ног твоих все царства, он сказал, с их обаянием и славой. Признай лишь явное, поди к моим ногам, сдержи на миг порыв духовный, и эту всю красу, всю власть тебе отдам, и покорюсь в борьбе неровной. Но он ответствовал, Писанию внемли,
пред Богом Господом лишь преклоняй колени. И сатана исчез, и ангелы пришли в пустыне ждать его велений. А. А. Фет.